В нашу местность пришло тепло и, к сожалению, начал появляться всем известный гость. Это колорадский жучок. Вот он. Уже прилетел и на мою картошку. Я помню те благословенные времена, когда этого жука в нашей местности не было совсем. Это Сибирь, Барнаул. А когда он появлялся, очень редко, считался, по-моему, карантинным вредителем, то есть все силы бросались на его уничтожение и быстро с ним справлялись. Сейчас, к сожалению, этот жук распространен очень широко. Но поскольку химикатов я на своем участке не применяю, и для картошки тоже, картошки у меня немного, вот вся моя картошка. В этом сезоне нет даже 100 кустиков, чуть поменьше будет. Поэтому я просто, когда нахожусь вот здесь на участке, ежедневно просто собираю этих жучков вручную, вот так. Вот эти жучки. Я, конечно, не энтомолог, но, по-моему, как раз сейчас у жуков, у колорадских, наступает период размножения. То есть, вот видно, они компонуются парами. Что, конечно, особой радости нам, огородникам, не доставляет. Нам еще их потомства не хватало только. Поэтому придется прервать их отношения самым жестоким образом. Ну а потом их в какую-нибудь бутылочку или баночку помещаю и потом, конечно, уничтожаю. Жуков, к счастью, пока что немного. Я вот нашел всего 2 штучки вот на всем этом участочке. Но надо посматривать. И вот я периодически выхожу и собираю этих жуков. А у кого картошки много, у тех, видимо, и проблем с жуками много. Некоторые даже применяют химические средства. Но мне, к счастью, пока этого не требуется. Так что вот появился жучок и в нашей местности. Ну что тут поделать? Делать нечего, буду собирать.